Но узоры мои теперь баловны. Мне, наверное, вообще уже их целая коллекция. Кстати, а вроде мне начинает нравиться. Ну, тут позвонил Мишка. И предложил купить хот-дог. Сегодня 26 ноября 2011-го. На кружках ничего особенного не было. Да и скучно. Брошу, видимо, туда ходить. Зато по матюшу сегодня была контроль. 4. Но я типа случайно не услышал и решил вариант 3. И все тупо списал с тетради. Теперь уверен, что получу 5.